отвалится натуська. А как зеваю? Зевала я как? Все, давай, одевайся. Да, всем привет, с вами канал Армания. Никому не показывай. Не вздумай. Мы собираемся выходить гулять. Женька еще кровать заправит, да? Никому не показывай. И сейчас мы с Димой, господи, с Женей пойдем смотреть. Что я сказала тебе? Яйцо. Какое яйцо, яйцо, я сказала ему смотреть. Яйцо. Яйцо смотреть. Да, сейчас мы пойдем, через секунду увидимся. У нас сегодня небо голубое. Женька тут все в таком... В каком цвете ты сказала? Оранжевым, красным? Дома красивые. Да? Ага. Такая красота. Ого. Как утеплили, здорово. Дома эти постарели как. А там еще половина, кстати, не продана квартир. Да? В этом же доме, да? Половина квартир еще не продана. Хотя его построили уже 20 лет назад. А тут... А, там продукты, да? Ты туда ходил. Не ходишь больше? Нет? Я что-то боюсь таких магазинов, просто. Я тоже боюсь, не люблю такие. Я помню, так он купил. Смотри, 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 там как классно. А где солнышко? А, вон солнышко на закате. Вонючка какая. Какая красота. Подожди, стоп. Красиво. Машина так мешает. Стоп. Что-то стоп да стоп. Ну я тут фотографирую. Нашли мы озеро маленькое. Посмотрела я по карте и его нашла. Пришли посмотреть. Первый раз я здесь. Женька уже был, говорит, утки плавали когда-то. Но оно загажено очень. Здесь люди побывали. Вернее, бывают. Территория у него такая большая, видимо, разлив. Бывает весной. Ну, конечно, тут уток уже нету. Вот так бывает. Тут, кстати, тропинка. Дорожки нету, просто тропинка. Какие окна интересные. Здесь люди гуляют, на все это любуются. Я надеялась, то, что почище будет. Но везде, где побывает человек, есть грязь. Жалко. Если его облагородить, то будет очень красивое место. Так вот, идем гулять дальше.